Здравствуйте, уважаемые жители города. Хочу вам рассказать про фекальную станцию в Пролетарском районе города Саранск, которая в нарушение закона сливает жидкие канализационные отходы в ручей Безымянный, который впоследствии впадает в Саранское море. У меня вопрос к директору водоканала Шумилкину Сергею Ивановичу. У вас так принято загрязнять окружающую среду? Или опять вы ничего не знаете и не знаете о том, что у вас трубы случайно выходят из-под земли? Также требую от контрольно-надзорных органов провести тщательную проверку, выяснить все обстоятельства, привлечь должностных лиц к ответственности и устранить данные правонарушения.